У концерна «Силовые машины» сменился генеральный директор вместо отправленного в отставку Романа Филиппова. На эту должность назначен Юрий Петреня. По мнению председателя совета директоров предприятия, новый руководитель – один из самых высокопрофессиональных специалистов, который может создать необходимые условия для дальнейшего эффективного развития компании. Юрий Петреня работает в концерне с 2003 года, заведует кафедрой энерго- и электромашиностроения Университета имени Петра Великого, является членом-корреспондентом РАН и лауреатом премии правительства России в области науки и техники. И напомню, бывший генеральный директор Филиппов был задержан и допрошен в Петербурге сотрудниками ФСБ по делу о разглашении гостайны, после чего его отпустили под подписку о невыезде. А накануне совет директоров принял решение о досрочном прекращении полномочий и расторжении с ним трудового договора. Концерн «Силовые машины» производит и поставляет оборудование для электростанций.